Эпидситуация в Кустанайской области продолжает оставаться напряженной, а количество заболевших увеличивается. В числе антилидеров за прошедшие сутки города Кустанай – 85 случаев и Рудный – 59. Замыкает тройку Житикара. Здесь за вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция поставлен 26 людям. К сожалению, как и в прошлые разы, приходится констатировать, что снижение и улучшений пока нет. Идет наоборот рост заболеваемости. За вчерашнее число только у нас было зарегистрировано 265 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост составляет 1,2%. Рост заболевших неизменно приводит и к растущему числу по занятости коек. Заполняемость инфекционных коек составляет 55%, карантинных – 50%. Критической пока ситуацию назвать нельзя, говорят специалисты, но тенденция роста очевидна и вызывает опасения. В эту неделю было зарегистрировано 1828 случаев коронавирусной инфекции. По сравнению с прошлой неделей рост составил уже 27%. Или если в числовом понятии, это было 425 случаев. Как видим, рост продолжается, ограничительные меры есть, но видно, исходя из того, что кто-то, может, их не выполняет, рост заболеваемости продолжается в нашей области, к сожалению. Рассказали на брифинге о том, какими темпами идет вакцинация. К слову, в области достаточное количество доз вакцины. Прививочные пункты работают не только в будние дни, но и в выходные. Поэтому привиться может любой желающий человек. В область доставлено 299 375 доз первого компонента и 227 тысяч второго компонента. Вакцинировано 255 172 человека первым компонентом, вторым компонентом 189 959 человек. За проведение вакцинации у нас на сегодняшний день отвечает 426 медицинских работников. Специалисты от медицины в который раз призвали кустанайцев соблюдать карантинные меры, не посещать места массового скопления людей и при отсутствии медицинских противопоказаний обязательно воспользоваться возможностью защитить себя и своих близких и пройти курс вакцинации. Пока же вернуться к прежней жизни без карантина и ограничений возможным не представляется. Алексей Кудрявцев, Яна Гала, РТН.